проектах, где евангелизм и здоровье, и забота о здоровье объединены. But I find that in many situations there's difficulty in transferring from the health to the spiritual. Но я вижу, что часто тем, кто этим занимается, трудно перейти этот мостик сделать от здоровья перейти на духовные темы. And I'd like to be able to help us get to the place where we could combine them both. И я хотел бы рассмотреть с вами вопрос, как произвести вот этот переход от одного к другому. So I'm going to ask you to pray with me. Поэтому я приглашаю вас к молитве. As we continue to study your counsels, когда мы продолжим исследовать твои советы, we thank you for, мы, Боже, благодарим тебя, and pray that you will help us, и просим, чтобы ты помог нам, not just to make better healthy bodies, не только улучшать здоровье тел, but to prepare people for eternity, но также готовить людей к вечности. In Jesus' name we pray. Во имя Иисуса мы молим. Amen. Аминь. I'm very thankful for the health message. Я очень благодарен Богу за весь здоровье. Because it has been a great benefit to my family. Потому что для моей личной семьи это было большое благословение. My father, мой отец, he was one of 13 children. Он был ребенком в семье из 13 детей. But he was the only one that became a Seventh-day Adventist. Но из всей своей родни он стал единственным адвентистом седьмого дня. And while all the brothers died at 40 and 50 and 60, и его все братья умерли в 40, кто-то в 50, 60 лет. My father lived until he was 99. А мой отец прожил до 99-летнего возраста. And I was not happy with him. И я не был этому очень рад. I wanted him to live to 100. Потому что я бы хотел, чтобы он 100 прожил. So he died this past November. Но он вот в прошлом году, в ноябре, умер. Myself, я сам. When I was young, когда я был молод, we were always sick. Я всегда болел. When we became все время болел. When we became Adventist, когда я стал адвентистом, we found a source of health and strength that we didn't have before. Мы нашли источник здоровья и силы, о котором не знали ранее. So, when I was a young man, поэтому, когда я был юношей, growing up in New York City, выросшим в Нью-Йорке, I used to see people 40 and 50 hobbling around with a cane. Я видел людей, которым было 40-50 лет, которые уже с палочкой ходили. And I used to think to myself, и я думал сам себе, I don't want to live to be that old. Я не хочу стать таким старым. 40 or 50. Стать 40-летним или 50-летним. But when I became an Adventist, но когда я стал адвентистом, I'm thankful for the health message. Я благодарен Богу за весть о здоровье. Because in June, потому что в июне, I will be 70 years old. Мне уже исполнится 70 лет. And I still play basketball with the young people. И я по-прежнему играю в баскетбол с молодежью. Thank God for the health message. Слава Богу за весть о здоровье. What do you say? Что вы скажете? I just praise God for His counsels. Я славлю Бога за Его советы. Yeah, just last week, на прошлой неделе, I was holding an evangelistic meeting in Guam. Я проводил евангельскую программу на острове Гуам. And a lady from Hungary, и женщина из Венгрии, came to the meetings. Пришла на эти встречи. She saw the tent. Она увидела нашу палатку. And she felt impressed to come close. И у нее появилось побуждение прийти посмотреть. But she wouldn't come inside the tent. Но она не решалась войти в палатку. She would sit next to a tree and listen. Она сидела неподалеку под деревом и слушала. But then she got closer. Но затем она осмелилась подойти ближе. And then she started sitting inside, close to the front. И в конце концов она в первом ряду оказалась. So on Sabbath, и в субботу, we were going to have a baptismal service. У нас будет служение крещения. So on Friday, поэтому в пятницу, she said she wanted to be baptized.
она, то есть, планировалась на субботу крещение, и в пятницу она изъявила желание креститься. I was concerned. Я немножко переживал по этому поводу. Because I had a feeling that she didn't understand a lot. Потому что у меня было такое ощущение, что она, ну, многого и не услышала еще. But on Sabbath. И поэтому в субботу. She showed up with a change of clothing. Она уже пришла со сменной одеждой. To be baptized. Чтобы креститься. Oh, I felt so bad. Я чувствовал себя настороженно. How can I tell her? Как мне ей сказать, that she can't get baptized today? Что ей сегодня еще, ну, нельзя креститься. So I said, can we sit down and talk? И я сказал ей, можно с вами присесть, поговорить? Can you tell me about yourself? Расскажите о себе, пожалуйста. And so, what kind of work do you do? Что вы делаете, чем занимаетесь? She said, I'm a stripper. Stripper, what's that? A woman who dances and takes off her clothing in front of people. Я стриптизерка. Стриптизерка, да. Стриптизерша. Well, I knew she couldn't get baptized. Теперь я понял, что она не готова к крещению. But she was so sincere. Но она была такой искренней. She reminded me of Mary Magdalene in the Bible. Она мне напомнила Марию Магдалину из Библии. So I didn't baptize her. И поэтому я не крестил ее. But I told her. Но я сказал ей. That I was grateful for her interest in the Word of God. Что мне приятно видеть вашу заинтересованность в Слове Божьем. And then I told her. И затем я ей сказал. I've been following this message for over 40 years. Я являюсь последователем этой вести уже 40 лет. And I said, I'll be 70 soon. Я ей сказал, я скоро мне исполнится 70. She said, you'll be 70? И она сказала, вам будет 70? Yes, why? Я говорю, да. Oh, I thought you were 52 or 53. Я думал, вам 52-53. And I said, well. И я сказал. That's another thing that I want to tell you. Это вот еще нечто, чем я хотел с вами поделиться. God wants you to be well in health. Бог хочет, чтобы мы были здоровыми. As well as in spirit. Так же, как мы здоровы духовно, так и физически хотим. So she's preparing now. И сейчас она проходит подготовку. So that she can be baptized. Чтобы креститься. The health message. Итак, весть о здоровье. How important. Насколько она важна. And so we begin. И поэтому давайте мы начнем. There are many misconceptions with the health work. Есть много неправильных воззрений на вот это вот служение медико-миссионеров. And if you have a misconception, если у вас есть неправильный взгляд на него, you will end up with a wrong conclusion. То в конце концов вы придете к неправильным выводам. Is that true? Не так ли? Wrong conceptions? То есть неправильное понимание этого служения. Bad conclusion. Вы придете к неправильным выводам. So what are these misconceptions? Итак, какие это неправильные взгляды? First of all, в первую очередь, it is important to understand, очень важно понимать, that God does want us to take care of our health. Что Бог на самом деле желает, чтобы мы заботились о своем здоровье. But he also wants us to consider people's spiritual lives. Но он также хочет, чтобы мы были заинтересованы в духовной жизни людей. But one of the first misconceptions that I've encountered, Одна из первых ошибок, на которую я обратил внимание, among health professionals, среди медиков, and other people as well, и других людей в том числе, is this misconception. Это следующая ошибка, и следующая ошибка в воззрении. It is the Holy Spirit who is supposed to lead people to a decision, not the human. Что Дух Святой должен привести человека к решению, а не человек. I was teaching 120 homeschoolers. Однажды я преподавал 120 участникам семинара, которые все они занимались обучением детей на дому. And the leaders who had invited me, и организаторы этого собрания, wanted me to teach the young kids how to lead people to Christ. Хотели, чтобы я научил молодежь или вот этих вот учащихся детей, как приводить людей ко Христу. So I was doing that. И я вот проводил этот семинар этим детям. And there were two women standing in the back.
И во время этого семинара две женщины стояли в задней части зала. They were observing. Они наблюдали. And I could sense by their bodies. И я мог узнать по движениям их, по жестам. That something I was saying was bothering them. Что то, что я говорил, ну не все им видно нравится или подходит. So when I finished with the young people. Поэтому когда я закончил мое общение с молодежью. They left. Молодежь разошлась. And the two women came up to me. И эти две женщины подошли ко мне. And I found out. И я узнал. That these two women. Что эти две женщины. Had husbands. Были замужними женщинами. Who were doctors from Loma Linda. И их мужья были докторами в Loma Linda. Now, I'm not suggesting here that Loma Linda is a bad place. Я ни в коем случае не хочу сказать, что Loma Linda это плохое место. But rather that there were doctors' wives who came to talk to me. Но просто констатирую факт. Это были две жены двух врачей из Loma Linda. And they said to me. И они сказали мне. Who do you think you are? Они сказали, как вы думаете, кто вы такой, за кого вы себя, как вы кем вы себя представляете? And I said. Я сказал. Луи Торрес. Я Луи Торрес. Вот кто я. Well, they said, how dare you? Они сказали, как вы смеете? I said, how dare me what? Как я смею что? How dare you try to teach these children to be the Holy Spirit? Как вы смеете учить этих детей быть Духом Святым? It is not up to us to tell people when to make decisions. Это не мы должны людям говорить, когда принимать решение. It's up to the Holy Spirit. Дух Святой должен это делать. And I said, no, that's not the way I understand it. И я сказал, ну я не совсем согласен с этим. Well, they were not happy with me. Они им мой ответ не понравился. They turned around and left. Они развернулись и ушли. I felt sorry for them. И мне было жалко, что так произошло. But you cannot convince a person against their will. Но насильно мил не будешь. Человек, если не хочет принять, ты ничего не поделаешь. In English there's a saying. У нас в английском есть такое выражение. A man convinced against his own will. Человек, которого убеждают вопреки его своей воле, его собственной воле, is of the same opinion still. Он остается при своем мнении. So, итак, I left, я ушел, and a few months later, и несколько месяцев спустя, the younger of the women called me. Одна из тех женщин, которая была помоложе, позвонила мне. She was crying on the phone. Она плакала в трубку телефона. And she said, и сказала, this past Sabbath, в прошлую субботу, I was in church. Я была в церкви. And there have never been, since I've been to church, she said, there's never been an appeal ever made. И с тех пор, как я посещаю церковь, я никогда не слушала призывов. And this Sabbath, а в прошлую субботу, the preacher made an appeal. Проповедник сделал призыв. And I was so moved. И это так меня коснулось, that I went forward. Что я вышла вперед, откликнувшись на него. There, и когда я там стояла, all of a sudden I remembered what we said to you. Я вспомнила тот наш разговор и что мы вам говорили. Oh, how wrong I was, she said. Как мы ошибались. And I wanted to call you to ask you to forgive me. И я звоню вам, чтобы попросить у вас прощения. So this misconception. Вот видите, какая, какое ошибочное мнение. It's not our role. Что это не наше дело. It's the Holy Spirit's role. Что это дело Святого Духа взывать к людям. But that is incorrect. Но это неправильно. It is true. Правда в следующем. That only the Holy Spirit can convert the human heart. Что только Дух Святой может сердце человеческое обратить. But it's also true. Но также правдой является и то. That the Holy Spirit does not bypass the human agent. Что Дух Святой не совершает своей работы минуя человеческие существа, человеческий инструмент. For example, например, Cornelius had a vision. Бог дал Корнилию видение.
And the angel told him, и ангел сказал ему, go and get a man named Simon who's at Joppa. Иди и найди человека по имени Симон. Он сейчас в Иопии. And he will tell you what to do. И он скажет вам, что делать. Now a question. Вопрос возникает. Couldn't the angel do a better job than Peter? Разве ангел не мог лучше поведать истину, чем Петр? Yes or no? Да или нет? Мог? Yes. Yes. Then why did the angel send to feeble Peter to come and talk to them? Почему же тогда ангел послал Корнилия к Петру, чтобы Петр рассказал истину? Because. Потому что. In order for you to be saved, чтобы вы были спасены, you have to become a conduit of salvation. Вы должны стать проводником спасения. God, Бог, works through the human agent, трудится через человеческие существа, to save others, чтобы спасти других. But, но, as he is working through the human agent, когда он использует людей, спасая других, the human agent is blessed. То это существо получает благословение. Paul, the apostle Paul, апостол Павел, the Lord said, Господь сказал, go to Damascus, иди в Дамаск, and there you will be told what to do. И там тебе сказано будет, что делать. Couldn't Jesus tell him better than anybody else what to do? Разве Иисус сам не мог Павлу сказать, что ему делать? Yes or no? Да или нет? Мог или нет? Yes. So why did he send him to Ananias? Почему же тогда Бог использовал Ананию? Because. Именно потому. God does not bypass the human agent. Потому что Бог не обходит стороной людей в евангелизме. You know this river that you have here? Вот здесь у вас есть река. How many of you have been to the river? Кто из вас ходил к реке? How many of you have not been to the river? Кто из вас не ходил к реке? How many of you don't want to raise your hand? А кто из вас не хочет поднимать руки? You ought to go. It's a beautiful river here. Да, кто еще не был, обязательно сходите. Там прекрасная река. And here's what's important. И вот важная истина. As the water goes through that channel, когда вода протекает через какой-то канал, everything on both sides is green. То по обоим берегам этого русла много зелени. As the river is a channel, река, как вот этот канал передачи воды, the channel becomes blessed. То когда река транспортирует воду, она сама получает благословение. Do you understand? Вы понимаете, о чем я говорю? All right, now, here's some statements. Вот несколько выдержек. Just so you understand. Так, чтобы довести до конца понимание. Joshua tells the people, Иисус Навин говорит народу, if it seem evil unto you to serve the Lord, Joshua 24, verse 15, это Иисус Навин, 24 глава и 15 стих. Если же не угодно вам служить Господу, choose you this day whom you will serve. То изберите себе ныне, кому служить. Whether the gods which your fathers served that were on the other side of the flood. Богам ли, которым служили отцы ваши, бывшие за рекою. Or the gods of the Amorites. Или богам Амореев. But as for me and my house, но я и дом мой, we will serve the Lord. Будем служить Господу. So what did Joshua say? Что здесь Иисус Навин говорит? What did he do? Что он на самом деле делает? He made an appeal. Он здесь призывает людей. Is that true? Так это или нет? Он делает призыв. Взывает. All right. And in the Bible, и в Библии, you'll find many examples of making appeals. Можно найти множество примеров, когда люди взывали к другим людям. The first appeal to a fallen creature was to Cain. Например, одно из первых воззваний или обращений прямых к человеческому падшему существу, это к Каину обращение. If you do well, если делаешь доброе, then it will be well with you.
то не поднимаешь ли лица? In Exodus. Исходе следующее. Now, if you will obey his voice indeed. Если вы будете слушаться гласа его. In Elijah's day. В одни Илии. How long are you going to stay between two opinions? Долго ли вам хромать на оба колена? Isaiah. Исаия. О, house of God. О, дом Божий. When will you turn from your evil ways? Когда вы уже обратитесь от злых путей ваших? Jesus. Сам Иисус. Yet a little while is the light with you. Еще немного будет свет с вами. Walk in the light. Ходите во свете. While you have the light. Пока свет с вами. Let darkness come upon you. Чтобы тьма не объяла вас. Peter. Петр. When they said, "Men and brethren, what shall we do?" Когда толпа воскликнула в Пятидесятницу, мужи, братья, что же нам делать? Peter said. Петр сказал. The Holy Spirit will tell you what to do, so go home. Петр так сказал, Дух Святой вам подскажет, что делать, поэтому расходитесь по домам. No. You're looking at me strangely. Вы загадочно на меня смотрите. What did Peter do? Что Петр сказал им? Repent. Repent ye. Покайтесь. And be baptized. И креститесь. For the remission of your sins. Для очищения грехов ваших. And you shall receive the Holy Ghost. И вы получите дар Святого Духа. Paul. Павел. What did he say? Как он говорил? Why are you delaying? Что ты медлишь? Arise and be baptized. Крестись. And in the book of Revelation. И в книге Откровения. Constantly. Постоянно мы слышим. And appeal. Слышим. Призыв за призывом, призыв за призывом. God wants you. Бог хочет, чтобы вы. To become conduits of the blessings that God wants to give to others. Стали каналом, через который благословение достигнет других. So you are supposed to make the appeal, make the invitation. Поэтому вы должны призывать людей, взывать к ним, обращаться лично. I was blessed yesterday. Вчера я получил большое благословение. Две женщины подошли ко мне. And one said to me, и одна из них сказала мне, when you were here last year, когда вы были у нас two years здесь ago, в прошлый раз, два года назад, you taught us how to lead people to a decision. Вы говорили нам, как подводить людей к решению. And when I went home, и когда я поехала домой, my father was an atheist. То мой отец атеист. And he became sick. Он был болен. And before he died, и перед его смертью I appealed to him to give his heart to Jesus. Я призвала его отдать его сердце Иисусу. And before he died, и перед своей смертью he accepted Jesus. Он принял Иисуса. She said, I'm so thankful, и она сказала, я так благодарна, that I did what you told us to do. Что я так рада, что я сделала так, как вы нас научили. Another sister said. Еще другая сестра сказала. 2 years ago. Что два года назад. You were here. Вы были здесь. I told you that my husband was a KGB and an atheist. И я тогда к вам подошла, рассказала о том, что мой муж был кагибистом, атеистом. You prayed for my husband. Вы помолились за моего мужа. And he's no longer a KGB or an atheist. И он теперь не кагибист и не атеист. Praise God, what do you say? Поэтому слава Богу, что вы скажете? And so, it takes a human agent. Используется человеческий инструмент Богом. Do you understand? Вы понимаете? We have to cooperate with the Spirit of God. Мы должны сотрудничать с Духом Божьим. And you who are health educators, и вы, которые несете людям весть о здоровье, you are always dealing with people who have an open heart. Вы всегда будете находить людей с открытыми сердцами. They've come because they sense they have a need. Они пришли к вам, потому что чувствуют нужду. And you have an opportunity. И у вас есть возможность. Don't wait. Не ожидайте, for God, что Бог to do сделает what he wants you to do. То, что вы должны сделать. But you have to learn how to do it. Но вам нужно просто научиться, как это делать. Another problem.
еще одно ошибочное представление. People can make decisions on their own without our help. Что люди сами примут решение без нашего участия. People are intelligent enough. Люди ж умные. You don't have to tell them what they need to do. Им не надо говорить, что им делать. They can do it themselves. Они к такому выводу могут сами прийти. If that was true, если бы это было так, there'd be far more Christians than they are today. То было бы гораздо больше христиан, чем их есть сегодня. The truth of the matter is, но на самом деле дела так обстоят, that it doesn't matter what level of society people may be in. Не имеет значения, из какого класса, в каком классе или какой прослойке общества человек относится. When it comes to the spiritual arena, что когда речь идет о духовной сфере, they do not know what to do. Они все не знают, что им делать. And somebody has to be there to help them understand what to do. И кто-то должен им помочь и указать им на практические шаги, что им сделать. Here's a statement. Вот, послушайте выдержку. The people need to be taught the very essence of true faith. Людей нужно обучать самой сути истинной веры. The way to accept Christ. Как принять Христа. And to confide in Him as a personal Savior. И довериться Ему как личному спасителю. They need to know how they may follow His steps wherever He goes. Им нужно знать, каким образом они могут следовать по Его стопам, куда бы Он их ни повел. So who does the teaching? Поэтому кто должен обучать людей практическим шагам веры? Who? Кто должен? Кому выдержка? Us. Yes. In Romans 10. Мы должны. Римлянам. 10 глава. For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Римлянам 10, 13 стиха. How then shall they be saved? Но как призывать того? How can they call upon him? Verse 14. Да, как призывать того? In whom they have not believed. В кого не уверовали? How shall they believe in him of whom they have not heard? Как веровать в того, о ком не слышали? And how shall they hear without a preacher? Как слышать без проповедующего? And how shall they preach except they be sent? И как проповедовать, если не будут посланы? So, our part. Итак, наша задача, as men and women, мужчин и женщин, of spiritual understanding conduct Bible studies, которые имеют духовное видение и проводят библейские уроки, teaching them or telling them how to yield to the power of the Holy Spirit, учить людей, как поддаваться влиянию Святого Духа, that they may be fully and firmly established in the truth, чтобы они твердо были укоренены в истине. The power of God will be revealed. И вот тогда сила Божья проявит себя. In other words, другими словами, we are to give Bible studies, мы должны проводить библейские уроки, and teach them how to yield to the Spirit of God. И в это же время учить людей, как поддаваться влиянию Святого Духа. You remember, those of you who were here 2 years ago, помните те из вас, кто были здесь 2 года назад, that the Spirit of God как Дух Божий works in the human heart. Признаки работы Духа Святого в человеческом сердце. But но many people don't know that there's a Holy Spirit. Но многие люди не узнают Его работы. Is that true? Так это или нет? There are many people, for example, who are religious. Многие люди, являясь религиозными, when I was a little boy, например, когда я был мальчиком еще, and I used to go to the Catholic Church, и я посещал католическую церковь, I was taught, меня учили, to cross yourself, налагать на себя крестное знамение. But we are supposed to say some words when you cross yourself. Но когда налагаешь на себя крест, нужно также слова произносить. In the name of the Father, во имя Отца, the Son, и Сына, and the Holy Spirit, и Святого Духа. So we all had heard about the Holy Spirit. Мы все слышали о Духе Святом. But what did we know about the Holy Spirit? Но что мы знали о Духе Святом? Zero. Ничего.
For us it was a magic mantra. Для нас это эти слова были как магическая мантра. Something that was miraculously, if you did it, that it would protect you. То, что каким-то мистическим образом, если ты его произносишь и делаешь, будет тебя защищать. Do you understand? Вы понимаете, о чем я говорю? So we had no understanding about the Holy Spirit. Поэтому познания о Святом Духе у нас совсем не было. And there are many people here in this land and in America. И здесь, на вашей земле, и там, в Америке. That are strangers to divine influences. Множество людей, которым чуждо понимание влияния Святого Духа. Strangers to what? Они им чуждо что? To divine influences. Да, они не понимают, что это Бог на них влияет. Mm-hmm. Understanding of God's influence. Mm-hmm. So when things happen that are strange. Когда с людьми происходят какие-то странные вещи для них. When they feel guilty. Когда они чувствуют вину. When they feel troubled conscience. Они чувствуют угрызение совести. When they feel sick at heart. Они чувствуют боль в сердце. They don't know what it is. Они не знают, что это. So somebody has to teach them. Поэтому кто-то должен объяснить им. Notice this statement. Заметьте следующую выдержку. Many are convicted of sin and feel their need of a sin-pardoning Savior. Многие убеждены в своей греховности и чувствуют нужду в прощающем грех Спасителе. Then it says toward the end. Но ближе к концу выдержки. If words are not spoken at the right moment. Если им не сказать слова в нужный момент. Calling for decision from the weight of evidence already presented. Призывая принять решение на основании тех очевидных фактов, которые уже представлены. The convicted one passes on without identifying themselves with Christ. То вот эти люди, которые убедились, они все-таки пойдут дальше, не присоединившись к тем, кто служит Христу. The golden opportunity passes. Золотой момент возможности пройдет. They have not yielded. Они не отдадут себя. They go farther and farther away from the truth. И начнут все дальше и дальше удаляться от истины. Farther away from Jesus. Все дальше от Иисуса. And they never take their stand. И так и никогда не станут на сторону Христа. So, another one. Итак, следующее заблуждение. Especially among doctors and physicians. Особенно распространено среди врачей. It's not professional. Что это не касается нашей профессии. In America. В Америке. And I'm sure here. Я уверен, что и здесь. There was such an emphasis of separating religion from medicine. Был сделан такой акцент на отделении медицины от религии, so that что, for the professional, что все профессиональные врачи, he felt uncomfortable. Они чувствуют, что это не их сфера, они чувствуют себя неудобно, talking about spiritual things, говоря о духовных вещах, to a person that was sick. Обращаясь к своим пациентам. Here's another statement here. Но поделюсь с вами следующей цитатой. To everyone who becomes a partaker of the grace of the Lord, каждому, кто стал причастником благодати Господа, he appoints a work for others. Он предназначил работу для других. Individually we are to stand in our lot and place. Мы, каждый лично, должен стоять на своем месте, saying, here I am. Говоря, send me. Вот я, пошли меня. Now notice who. А теперь заметьте дальше, о ком идет речь. The minister of the word, служитель слова, на служителе слова, which is the pastor, это пасторы, the missionary nurse, на медсестре, миссионерке. How many nurses do we have here? Здесь есть медсестры в нашей аудитории? Any nurses here? Медсестры, поднимите руку. Only one nurse. Одна медсестра. Well, this is talking to you. Значит, это к вам выдержка обращена. Then it says the Christian physician. И дальше сказано, врач христианин. How many doctors do we have here? Есть здесь врачи? We have two doctors. Three. And three doctors. Три врача.
All right. Well, this is talking to you. Хорошо, это значит для вас цитата. Then the individual Christian. И дальше написано каждый христианин. How many individual Christians do we have here? Сколько здесь христиан? Есть здесь христиане? And this is talking to you. Значит, это цитата для вас. And what about a merchant? Как насчет бизнесмена? Any businessman here? Есть здесь кто-нибудь, кто в бизнесе or занимается? Or business women? Или женщины деловые есть здесь? So, I see half hands going up. Я вижу, что наполовину как-то руки поднимаются. That means you're half business people. То вы, значит, наполовину бизнес. How many of you full business people? Кто из вас в бизнес? All right. One, two, three. В бизнесе с головой. So, this is speaking to you. Это к вам обращается вы. What about the farmer? Как насчет фермера? Any farmers here? Кто-то в сельском хозяйстве занят здесь? We got no farmers two, here. Two, one farmer, one, two. Two farmer. All right. Два есть фермера. This is speaking to you. Это к вам выдержка обращена. And then the mechanic. И дальше сказано механик. Any mechanics here? Есть кто ремонтирует машины? No mechanics. Нет здесь. Есть. Only one mechanic. Один механик. I feel sorry for all of you. Я, да, мне жалко всех вас. Because you only have one mechanic among you. Потому что среди всех вас только один механик есть. But it's speaking about the mechanic. Но здесь и механик упоминается. Notice then it says the professional man. Дальше написано люди профессиональных, ну высоких таких профессий. You could be a lawyer, you could be a psychologist. То есть интеллектуальные профессии. То есть вы можете быть юристом. So it is speaking to you. Это к вам обращено. Then it says. И дальше сказано. Every enterprise in which we engage. Каким бы делом мы ни занимались, should be a means to this end. Оно должно быть средством для достижения этой цели. In other words, другими словами, if you're a mechanic, если вы ремонтируете машины, you should be a good mechanic. То вы должны стать хорошим ремонтником. But но you should not just fix cars. Но вы должны не только хорошо ремонтировать машины. Pray that God brings you people. Вы должны молиться, чтобы машины ломались у тех, so you can fix their car and their bodies. У которых вы сможете и машину починить, и их сердце. What do you say? Что вы скажете? Farmer, фермеры, you ought to produce the best food. Вы должны лучшие урожаи иметь. What for? Для чего? So you can get close to people that you can share Christ with, the great чтобы creator. Вы могли сблизиться с вашими клиентами и поделиться с ними хлебом жизни Христом. Whatever you do, что бы вы ни делали, it says, do it to the glory of God. Нам сказано, все делайте для славы кого? Для so, славы Божьей. Another problem. Следующее заблуждение. Especially if, since I was chairman of a board clinic, я был членом совета в одной из наших клиник. It was not a small clinic. We had 200 doctors and председателем. Nurses. Да, он был председателем в одном из советов. What was the last sentence? I missed it. It was a large clinic. It had over 200 doctors and nurses. Это была большая клиника, там более 200 было медперсонала. One of the things that you want to do. Ну, что хотелось бы делать там? Is to make money. То есть, ну, какая цель? Для того, чтобы нужно зарабатывать деньги. Because if you don't make money, если медучреждение не зарабатывает деньги, you don't have a clinic. То тогда оно закроется. No money, no clinic. Нет денег, нет лечения, так? Okay. Нет работы. But here's a... What? Yes. He knows. He knows. Он знает, он с санатория. It's the truth. Да, это так оно и есть. So, the doctors were thinking. Поэтому врачи думают. That if they were going to make money. Вернее, врачи думали, если они будут зарабатывать достаточно денег. They had to see as many patients as they could. То есть, но для того, чтобы это было, нужно, ну, достаточно много пациентов обслужить. And if you own your own practice. Если у тебя свой кабинет личный, then you have to see as many patients as you can to make the money to keep your practice going.
то тогда тебе нужно как можно больше человек обслужить, чтобы поддерживать свою клинику. So, sometimes the doctors, поэтому иногда врачи, with that three or four seats, rooms, у них есть 3-4 смотровых комнаты. I had a doctor that had 6 rooms. Я знал одного доктора, у него было 6 смотровых комнат. So he went to this one. Он заходит в одну. While this one being taken care of. And what? While the other one was being taken care of by the nurse. Пока в другой комнате медсестра обслуживает другого пациента. And then he went to this one. Потом он переходит в другую. While the nurse went over here. Медсестра заходит. Медсестра заходит вместо него. И потом снова дальше идет. Yeah, the aim was to see as many patients as possible. И цель такой тактики — это как можно больше людей посмотреть в сжатые сроки. So, поэтому. How much time do you have to pray with the patients? При такой гонке сколько времени на молитву можно уделить? Zero. Не уделяется молитв времени. So I told them. Поэтому я сказал ему. No. Я сказал, нет. Yes, we have to make money. Да, деньги нужно зарабатывать. But we're not here. Но мы здесь не для того. To make better flesh. Чтобы улучшать состояние плоти. So it could burn better in hell. Чтобы в конце концов в аду она лучше горела. We are firemen. Мы пожарные. We're here to help people escape the fire. Мы здесь для того, чтобы помочь людям избежать огня. Is that true? Так это или нет? So you have to spend time. Поэтому для этого время нужно уделять. So making the adjustment was difficult. Поэтому, для него приспособиться к этому было трудно. But praise God. Но слава Богу. All of our doctors. Все наши врачи. Pray with every single one of their patients. Молятся с каждым из пациентов. So, from a business, поэтому в плане бизнеса, now the clinic is becoming an area of salvation. То есть вместо такого коммерческого центра, наша клиника становится спасающим центром. And now, и теперь, we're baptizing people from the clinic. Мы стали иметь крещение наших пациентов. What do you say? Что вы скажете на это? So, it may impact your finances. Да, ваше финансовое положение может претерпеть изменения. In the short run. Но это в краткосрочном смысле. But it'll increase your treasures. Да, но вы будете обогащать себя. In the long run. В долгосрочной перспективе. This work. Эта работа. Belongs just as surely to the doctor as to the minister. Эту работу должны выполнять как доктора, как врачи, так и служители. Заметьте, что дальше. By public, публично, and by private effort, и в личных усилиях, the physician should seek to win souls to Christ. Врачи должны искать души, приобретать души. So doctors, итак, врачи, by personal, в личных усилиях своих, and public. То есть лично общаясь с людьми и в общественных выступлениях. Wonderful counsel, what do you say? То есть в личной жизни и на работе, везде. Это хороший совет, правда? Notice what it says. Дальше заметьте, что написано. Precious are the opportunities. Как драгоценны вот те возможности. That the physician has of awakening in the hearts of those with whom he has brought in contact a sense of their great need of Christ. Которую как драгоценны возможности, которые имеет врач, чтобы пробудить в сердцах тех, с кем он общается, с тем, с кем он приходит в контакт, чувство их великой нужды во Христе. Some say it is out of our area of expertise. Следующая ошибка, это говорят, это вне нашей с профессиональной сферы. Это не наша профессия. How many of you, кто из вас, feel comfortable, смог бы с легкостью, in talking to people about the Lord? Чувствует себя легко, говоря с людьми о Боге. Can I see your hands? Поднимите руку. Кому доставляет удовольствие, и вы легко это делаете? Okay. How many of you, кто из вас, don't feel comfortable?
ну, чувствуете, что вот трудно вам с людьми говорить о Боге? Can I see your hands? Можно увидеть ваши руки? Only three? Только три из вас. Only four. Только четыре. So I had maybe 16 hands go up that were comfortable. Около 16, мне кажется, рук поднялось, что сказали, что вам легко говорить. Four hands that are uncomfortable. А четверым из вас, ну, не совсем удобно, может быть. Which means that the rest of you are in limbo. Это значит, что остальные у вас немые. In some cases it's easy, in some instances it's difficult. The truth of the matter правда заключается в том, is that all of us что каждый из нас should develop каждому из нас следует развивать a level of comfort вот тот уровень комфорта, да, легкости. In speaking to people about spiritual things. Когда мы можем обращаться к людям и говорить о Боге. Those who have Christ abiding in the heart. Те, у которых Христос обитает в сердцах. Will have a love for souls for whom He had died. Будут любить души, за которые Он умер. Those who have true love for Him. Те, которые имеют истинную любовь к Нему, будут иметь искреннее желание, чтобы Его любовь была понята другими. So, where's the problem? В чем же проблема? Sometimes people don't feel that they know enough. Иногда мы думаем, я недостаточно знаю. They feel uncomfortable because they think they're going to say the wrong thing. И поэтому люди думают, что может скажут что-то не то. They're going to offend somebody. Может быть, кто-то обидится. They're going to turn somebody away. Или кто-то отвернется. But the truth of the matter is. Но истина заключается в следующем. That most of the time. Что в большинстве случаев. It is the enemy. Это враг. That puts those fears in your mind. Он вкладывает этот страх в наше сознание. Let me give you one example. Приведу вам один пример. I was in Germany. Я был в Германии. And I was training a group of lay people. И я проводил занятия с рядовыми членами церкви. So my translator, мой переводчик, who was the conference ministerial director, он был руководителем пасторов той конференции. I told him. Руководитель пасторской ассоциации. I'm going to make an appeal. Я сказал переводчику, я обращусь к людям с призывом. He said, no, don't do that. Он сказал, не делайте этого. I said, why not? Я сказал, почему бы нет? He said, German people are private people. They don't respond in public. Он сказал, что немцы, они очень замкнутые люди, и на общественных собраниях они не откликаются, они не проявляют свои решения. I said to him, я ему сказал, but I need to make the appeal. Но мне надо сделать призыв. He said to me, и он ответил мне, this is not America. Это не Америка вам. I said to him, и я сказал ему, I know where I am. Я знаю, куда я приехал. So then I said, и затем я сказал, just do as I do and do as I say. Просто делай то, что я говорю, и говори то, что я говорю. And I'll take the responsibility. А я последствия беру на себя. And he said, all right. Он сказал, хорошо. But the way he said it, но интонация, как он это сказал, was that you'll see. Это, ну как бы, ну хорошо, вы убедитесь, so вы посмотрите сами. So I preached. И поэтому я проповедовал. Made an appeal. Призвал людей. And German people came up crying. И немцы вышли вперед со слезами на глазах. And he started crying. И он сам стал плакать. And when the meetings ended, и когда собрание закончилось, he said to me, он сказал мне, this is in Germany. Это не в Германии. And I said, it is Germany. Я сказал, да-да, это Германия. You have accepted a misconception. Ты просто принял вот это всеобщее заблуждение. German people что немцы
have human hearts. А вернее, немцы, они имеют такие же человеческие сердца. Just like anybody else. Точно как и все остальные. And the Spirit of God. И Дух Божий can touch your hearts, может прикоснуться к вашим сердцам, just like he can touch anybody's heart. Точно так же, как он касается к сердцам всех остальных людей. What I did not tell him, но что я ему не сказал, was that my father-in-law was German. Это то, что мой тесть, он немец. And so my wife was half German. Поэтому моя жена, она наполовину немка. And I know she has a wonderful heart. И я знаю, что у нее прекрасное отзывчивое сердце. Do you understand? Вы понимаете? So every day I made appeals. И каждый день на собраниях я делал призывы. What was the problem with the pastor? В чем же проблема была у пастора? He had a misconception. Он принял это заблуждение. Do you understand? Вы понимаете? And many times we и очень часто мы approach everybody приступаем к людям with the same misconceptions, уже с определенными предвзятыми мнениями о них. Thinking you're gonna offend this person, you're gonna думая, о, может, я оттолкну этого человека, оскорблю этого человека. And sometimes you do offend people. Но иногда так бывает, что люди обижаются. But it's not because you are wrong. Но это не потому, что вы не правы. Many times the devil makes sure the person reacts. Очень часто дьявол возбуждает в человеке you вот такую реакцию. You can't control everything. Вы не можете все контролировать. But но you can control yourself. Вы можете контролировать себя. And make sure и убедиться в том, that you're doing what God has told you to do. Что вы делаете именно то, что Бог вам сказал делать. Every medical practitioner, следующая выдержка. Каждый практикующий медицину may through faith in Christ, может через веру во Христа have in his possession, иметь в его распоряжении a cure of the highest value, лекарство огромной силы, a remedy for the sin-sick soul, лекарство для больной грехом души. And so every medical practitioner. Поэтому каждый, кто практикует медицину, имеет это. Let me just move on a little quickly because of time. Из-за времени я буду немножко быстрее двигаться. He who is a physician, тот, кто является врачом, and guardian of the health in the body, и хранит здоровье тел, God would have in every way educated to learn lessons of the great teacher how to work in Christ through Christ to save souls of the sick. Бог хотел бы, чтобы они усвоили уроки, да, как усвоили уроки великого учителя, каким образом трудиться во Христе, через Христа, для спасения душ больных грехом. Okay. Now, every soul, каждая душа, следующая выдержка, who has accepted this truth, которая примет эту истину, should make personal efforts, должна предпринимать личные усилия для спасения друзей и родственников. Как же нам вот этот вот переход осуществлять? Когда я соприкасаюсь с людьми, например, на программе «Дышите свободно», and I know I have atheists, and I have agnostics, and I have я знаю, что в аудитории присутствуют и атеисты, и агностики, и христиане. I know, я знаю, that they will quit smoking, что они бросят курить by the grace of God. Только Божьей благодатью. Do you understand? Вы понимаете? They don't know, они этого не знают еще. But I know. Но я знаю это. So, итак, I was in Romania, когда я был в Румынии, we had 87 that came to quit smoking. 87 посетителей было на этом семинаре. Among those 87, среди них, among the 87, среди 87, they were atheists and communists and you name it. Атеисты и коммунисты, и вы сами назовите, кто еще мог быть. So, итак, I explained to them in the first day, на первом же дне я им объяснил, what they would be dealing with. С чем они столкнутся. And then I said to them, и я сказал им, now I know, я сказал, я знаю, that all of you may not have a faith in God. Что, возможно, вы и не верите в Бога. So
Don't listen to this. Поэтому можете не слушать, что я сейчас скажу. I'm going to speak to those who have faith in God. Я скажу, я сейчас обращусь к тем, кто верит в Бога. Do you understand? Вы поняли, как я сказал? So I'm speaking to those who have faith in God. Поэтому я обращаюсь к тем, кто имеет веру в Бога. You don't need to listen to this. Поэтому можете не слушать. Do you understand? Вы поняли, да? So what's happening? И что случается? Что происходит? They're listening. Все слушают. Then I told them. И я говорю им. I believe. Я верю. That all of you will quit smoking. Что все вы бросите курить. But. Но. Under one condition. Только на одном условии. That you follow what I tell you. Если вы будете точно исполнять то, что я вам скажу. Do you understand that? Вы поняли это? They said, да, да, Иган, Иган. Да, да, Иган, Иган отвечают. All right now. Хорошо, теперь. I said to them. Я сказал им. Repeat after me. Повторите за мной. I can do all things through Christ that strengthens me. Я могу, все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. What do you think happened? Как вы думаете, что произошло? So then I asked them. И я спрашиваю их. Do you want to quit smoking? Вы хотите бросить курить? Yes. Да. Who's your doctor? Кто ваш врач? Who? You. Вы. So what's your doctor telling you to do? Что ваш доктор говорит вам делать? Okay. Хорошо. Let's do it again. А ну давайте еще раз. I can do all things through Christ that strengthens me. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. So the Hungarian responded and the Romanian responded. И венгры, которые были там, и румыны, все повторяют. Now it was a little stronger. А теперь давайте еще громче. And still everybody was not doing it. И я вижу, что не все все-таки говорят. And the commandment, the commander of the military was in the audience taking the program. И там присутствовал также один из, ну, один из военных офицеров. And he was an atheist and a communist. Он тоже был атеистом, коммунистом. So I said, all right, let's do it again. И я говорю, а ну-ка давайте еще Ready? Раз. Ready? One, two, three. И давайте, раз, два, три. And they all said it. И они все сказали. And I said, bravo. И я сказал, браво. I said, now. А теперь говорю. Tomorrow. Завтра. When you're going through your cravings. When you're going through withdrawals, когда у вас начнутся симптомы отмены, remember, помните, the first thing you do, первое, что вам нужно сказать вслух, I can do all things through Christ that strengthens me. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. So every day, поэтому каждый день, I'm working with him. Я с ними провожу собрания. At the end of the week, к концу недели, praise God, слава Богу. 90% quit smoking. 90% бросают курить. Now, the commander came up to me. И вот тот офицер, командир подходит ко мне. And he said, I want to thank you for helping me quit smoking. И говорит, хочу поблагодарить вам, что вы помогли мне бросить курить. I said, don't thank me. Я ему говорю, не благодарите меня. Thank God. Благодарите Бога. And then I saw him with a tear to his eye. И я увидел, слеза у него появилась. And he swallowed hard. На глазах. И он проглотил слюну. And he said to me, и он сказал, that's another thing I want to thank you for. И вот за это я тоже хочу поблагодарить вас. Thank you for helping me find God. Благодарю вас, что вы помогли мне найти Бога. Do you understand? Вы понимаете? Sometimes I think we're a little bit too concerned. Иногда мы слишком переживаем. If you visit a family around here, если вы посетите здешние семьи, and they invite you inside, и они пригласят вас в дом, do they offer you something to drink or something to eat? Предлагают они вам что-нибудь выпить, что-нибудь съесть, угощают вас. What's the custom here? Здесь есть здесь такой обычай, принимая гостей, угощать. Yeah, they offer you something. Да, люди могут предложить вам что-то. Right? Так или нет? Do they say, говорят ли они, oh, I'm sorry, I would like to offer you something, but I'm very sorry that I shouldn't. И они говорят, извините, я бы мог вам что-то предложить еще, но мне неудобно. Is that the way they do it? Так говорят люди, нет? No. No.
And say, oh, I got, let me, what would you like? И они говорят, о, что бы вы хотели? У нас есть то или то. Would you like a beer? Хотите пиво? I have many people offer me a beer. Мне часто предлагают пиво. Would you like a beer? Хотели бы пиво? Oh, no, no, I like Adam's ale. What's that? Adam's ale. What's that? That's water. Он говорит, я, спасибо, пиво не надо, я предполагаю, ну, у них есть Адам. Адам. Адама. Yeah, you know, Adam. А что такое, what's ale? Ale is like beer. А, мне Адамово пиво, как бы, Адамов квас мне нравится. Что это такое? Это вода. It's water. Вода, Адам же ничего другого не пил. The problem is we're too self-conscious. Мы слишком на себе сконцентрированы. But if you ask the questions in the right way, если вы вопросы будете задавать, ну, правильно, you will get responses. То люди будут откликаться. For example, например, if I want to know, если я захочу узнать, if a person is spiritual or not, имеет человек духовность или нет, the best way to do it, то лучший способ, как это сделать, is first to get friendly with them. Это сначала сблизиться с ним как с другом. Do you understand? Подружиться, да? Поняли? And how do you get friendly with them? А как с человеком подружиться? By getting to know something about them. Это что-то узнать о человеке. Is that true? Так или нет? Расспросить его. So you ask him. Поэтому вы спрашиваете. And then I better stop. Was it? Keep on going? All right, the boss is telling me to keep on going. 20 minutes. 20 minutes? All right. So you ask him. Поэтому спрашивайте человека. It's basic questions. Эти простые вопросы. Remember what they are? Запомните эти вопросы. Что это за основные вопросы? Вы помните их? How do you get acquainted with people? Как знакомитесь вы с людьми? Какие основные вопросы? Okay. Well, let's try it. Давайте попробуем. Let me see. Давайте посмотрим. Young lady, could you come up here with me? Молодая девушка, выйдите сюда. No, 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 you. You're looking the wrong way. No, her. First. Yeah, come here. Вы подойдите, yeah. Пожалуйста. Да, да, да. Come. You shall be queen for a moment. Вы будете queen for the day. Королевой дня. Присаживайтесь. Please. Присаживайтесь. Now, if I were to take her pulse. Если бы я сейчас измерил ее пульс, or her blood pressure, или ее давление, I would find it is elevated. Я бы обнаружил, что оно повышено. Yes? Так, как вы скажете? Okay. Now, let's suppose. See, I don't know who she is. Мы не знакомы с ней. Right? Так или нет? Have we met before? Мы встречались раньше? No. So нет. I don't know who she is. All right. So, the Итак, best way to get acquainted Итак, как нам познакомиться? Is to find some basic things about the person. И как узнать самые основные, основную информацию о человеке? So, the first thing you want to know is the name. Первое, что вам нужно узнать, so это имя. Как вас зовут? Лиля. Лиля. Лида. Is that correct? Правильно. Okay. So, where are you from? Откуда вы? С Украины, с Энергодара. From Ukraine, Энергодар. Okay, so you grew up in Ukraine. What's that? You grew up in Ukraine? Вы выросли на Украине? Нет. No. Where did you grow up in? Я родилась в Молдавии. I was born in Moldova. Молдова. Да. So, do you speak Romanian? Вы говорите на румынском? Немножко. Puțin? A little bit. Да. A little bit. Да. Да. Спуни румынеск. Да. Бună seara, bună ziua. Говорите по-румынски, да, и она отвечает по-румынски. Now she's surprised. Now, I know that she comes from Moldova. Так, все, мы теперь знаем, она из Молдавии. Her name is Lida. Ее зовут Лида. And Лиля, Лиля, Лиля. Another question. What kind of work do you do? Чем вы занимаетесь, кем работаете? Your housewife. Я не работаю, я воспитываю детей, двоих маленьких деток. Children.
I'm mother. Housewife. That's a big job. Это большая работа. Да. Yes. The most important job. Наиболее важная работа. Да. Yes. Yeah, because you have how many children do you have? Сколько у вас детей? Двое. Two. Two. Only two? Только двое? Только двое, да. So now I know that she's a housewife. Теперь мы знаем, что она домохозяйка. And that she is from Moldova. Что она из Молдавии. And she did you grow up here in Ukraine or? Вы выросли на Украине или в Молдавии выросли? В Молдавии я выросла. Most Moldova. She grew up in Moldova, yes. Now, so I know about her occupation. She's a housewife. То есть теперь мы знаем ее занятия. Она домохозяйка. And I know now that she is not from here originally. She grew up in another place. Теперь мы знаем, что она выросла в другой стране, она не отсюда. So to identify with her. А теперь нужно как-то отождествить себя, как-то отождествить себя с ней. And I could tell her I have three children. И теперь сказать, а у меня трое детей. And I have five grandchildren. И у меня пять внуков. How many? Five. Пять внуков. Сколько? Пять. So I have three boys. У меня три мальчика. They're the grandchildren. Из моих внуков. And two girls. Три мальчика, три внука и две внучки. Twin girls. So now she knows something about me. Теперь она знает и обо мне что-то. Do you understand? Вы понимаете, да? This develops a level of confidence. Это создает доверие между нами. Do you understand? Вы понимаете это, да? Now I'm not being like a KGB trying to push her to give me information. Не надо задавать вопросы как КГБист, вытягивая из нее информацию. But this is a casual conversation. В таком вот, знаете, непринужденном стиле ведите беседу. Now, if I want to know if she's a woman of faith. А теперь, если бы я захотел узнать, верующая ли она женщина? I may ask this question. Можно задать такой вопрос. So tell me something. Скажите, пожалуйста. Have you ever read the Bible? Вы когда-нибудь Библию читали? Да. Yes. Yes. How long have you read the Bible? Как долго, когда вы ее читали? Как долго? Since you were little? А вы с детства ее читаете? И в детстве я читала. I read it when I was a child. И сейчас читаю. And now I'm reading it. So, do you belong to any particular faith? Вы принадлежите к какой-нибудь вере? Себя причисляете к какой-нибудь вере? Да. Yes. And what is that? К кому вы себя причисляете? Ну, адвентиста седьмого дня. To Seventh-day Adventist. Oh, you're Seventh-day Adventist. Вы адвентистка. And what is that? А что это за такая церковь? Которая служит людям. We serve people. Okay. When I first heard the word Seventh-day Adventist. Когда я впервые услышал адвентисты седьмого дня. I was a worldly person. Я был абсолютно мирским тогда человеком. I never heard of Seventh-day Adventist. Никогда не слышал адвентисты седьмого дня. So when I heard Seventh-day Adventist, когда я услышал адвентисты седьмого дня, I thought it was the name of some disease that the person had. Я думал, что это как название какой-то болезни, которой человек может болеть. When I met my wife. Когда я познакомился со своей женой, I took her out to eat. Я пригласил ее поесть вместе. This is getting acquainted with my, who is now my wife. Чтобы, ну, узнать, кто она, эта женщина. So we got to the restaurant. Мы приехали в ресторан. And it was a Spanish food restaurant. Это был испанский ресторан. So they brought the menus. К нам принесли меню. And I'm looking at the menu. Я смотрю в меню. And she's looking at the menu. И она тоже смотрит в меню. And she says, "There's nothing here I can eat." И она говорит, из этого всего я ничего не могу есть. And I thought. И я подумал. What's wrong with her? А что с ней такое? Because I had just become an Adventist. Я только-только стал адвентистом. So, I thought, oh no. Я подумал, о нет. So I said, because when I looked at the menu,
когда мы взяли эти меню, there was chicken, там была fish, курица, рыба, there was beef, говядина. And she said, there's nothing here I can eat. И она говорит, я из этого всего ничего не могу есть. So I said, oh, why? Я сказал, а почему? She said, I'm a vegetarian. Она сказала, я вегетарианка. I had never heard of vegetarian before. А я вегетарианцев тоже никогда не слышал. So I thought that this was a sickness that she had. Я подумал, может, она больная. And I said, oh, I'm sorry. И мне так жалко стало. Я говорю, о, мне так жаль вас. And then I said, what is that? А она спрашивает, а чего вы меня жалеете? I wanted to know what that disease was. Я хотел, мне было интересно, что это за болезнь такая. And she said to me, и она сказала мне, I've never eaten meat in all my life. Я в своей жизни никогда не ела мясо. Now what am I doing with her? Что я делаю, вот что происходит в нашем общении с ней? She's a married woman. Она замужняя женщина. Has two children. У нее двое детей. Is an Adventist. Она адвентистка. And I'm sharing things with her. И я тоже ей рассказываю. That help us to develop a bonding. То есть о себе говорю то, что помогает нам связи наладить. So I'm sharing точки testimony. Соприкосновения. You understand? Вы понимаете, что я делаю. So it's easy to build bridges of confidence. То есть легко строить вот такие вот мосты доверия. Now let's suppose. А теперь предположим. That I want to get her into a Bible study. Что я хочу привлечь ее к изучению Библии. And she says. И она говорит. Oh, I read the Bible. I read it even more now. Я читаю Библию, and what now? She said, I read it more now. И сейчас, в этот период жизни, я даже больше ее читаю. That's what you said, right? Так вы сказали, да? Да. И сейчас я читаю Библию. So, did you have difficulty before understanding the Bible? Встречаются вам в Библии, может, в прошлом встречались какие-то трудные места? Да. Yes. Yes? Yes. Да, yes, да. She said. She's all right. So, what led you to want to read the Bible more? Что вас побудило больше читать Библию? Любовь к Богу. Love to God. Okay, good. Хорошо. But there are things in the Bible that you probably have difficulty understanding. Но, наверное, все-таки в Библии есть места, которые трудно понять нам, правда? Yes. Правда? Give me one idea. А ну, может быть, вспомните какой-то стих, вам был непонятен. Как сына своего Яков, когда отец хотел, ну как, когда Бог было повеление своего сына принести в жертву. When God said to one man to sacrifice his son. Okay. You're talking about Abraham. Об Аврааме идет речь, да? Да, да, да. Yes. Okay. And so when you read that, то есть когда вы это читали, that troubled you. Вас, я не могла понять. Вы не могли этого понять, да? Mm? Yeah. Yes, it troubled her. You wanna, you, let me share with you. Позвольте я расскажу вам. What God was doing. Что Бог делал. So notice what I'm doing. Заметьте. I'm not asking her. Заметьте, что я. Как я это делаю? Я не спрашиваю ее, хотите ли вы изучать Библию со мной? Do you understand? Я не так говорю, вы поняли? Заметьте. Because many times when we ask people, потому что часто, если мы скажем людям, do you want Bible studies? Вы хотите изучать Библию? In their mind, в их разуме, they're thinking that you're trying to get them to change religion. Они думают, что вы хотите, чтобы они поменяли религию. Do you understand? Вы понимаете этот момент, да? So I don't ask if she wants Bible study. Поэтому я не задаю вопрос так. Вы хотите Библию изучать? А я говорю так. Are there things in the Bible that are hard to understand? Я спрашиваю, вот читая Библию, находили вы сложные места? She told me, the man who tried to sacrifice his son. И она сказала, да, вот например, такое место, где было повелено сына принести в жертву. Now she's open.
И теперь она открыта, for me to share with her. Чтобы я со своей стороны ответил и поделился с ней. And I do this on the plane all the time. Я в самолете постоянно вот так вот поступаю. I'll ask these questions. Я задаю вот эти вопросы. And when I say the things hard to understand. И я спрашиваю, вы читали Библию? Yes. Помните, там есть трудные места? I go get my Bible. Я достаю свою Библию. And I'll open it up. Открываю ее. And let me share what you're talking about. И говорю, позвольте, я расскажу вам, о чем там на самом деле идет речь. And I'm doing a Bible study. И я уже начал первый урок. Without asking. Даже не спросив человека. Do you understand? Вы понимаете? The problem is that we're too self-conscious. Проблема в том, что мы, ну, отчасти боязливы. Because we think we're going to offend somebody. Потому что мы думаем, что мы, ну, кому-то не понравится. When people say to me, когда люди говорят мне, I don't want to talk about religion. Я не хочу говорить о религии. I tell them, я говорю им, oh, I don't want to talk about religion either. Я тоже не хочу о религии говорить. I want to talk about a person. Я хочу говорить о личности. And who's that person? А что это за личность? It is Jesus. Это Иисус. Do you understand? Вы понимаете? So, now that I know that she has a problem with Abraham sacrificing the son, теперь выясню, что у нее один из вопросов это, когда Авраам приносил жертву сына. I can lead it through a study. Я могу это использовать как возможность для изучения Библии. To understand. Чтобы она могла понять. That there was a story. Что была история. To help us understand, чтобы помочь понять, how difficult it was, какая сложная ситуация была, for God to give His Son, то есть, вернее, что это была иллюстрацией того, как Богу было трудно своего сына отдать. For example, какая же для него эта жертва? And I like to tell stories. Например, я люблю рассказывать истории. For example, например, one day I was visiting a man. Я рассказываю. Однажды я посещал мужчину одного. And I asked him the question. И я задал ему вопрос. What do you think about God? Что вы думаете о Боге? And he said. И он сказал. I can't serve a coward like that. Я не могу такому coward. Я не могу такому трусу служить. Surprise. Я очень удивился. I said, what do you mean? Что вы имеете в виду? Спросил я. He said, "What kind of a man was this God that you believe in?" Что за мужчиной был этот Бог, которому вы служите? Wasn't he man enough to go and take the punishment himself? Why did he have to send his son? Что этот Бог вместо того, чтобы сам прийти, послал своего сына страдать? So I said to him. И поэтому я сказал ему. Do you have any children? У вас есть дети? Yes. Он говорит, да. How many? Сколько? He said, one son. Он говорит, один. So I asked him the question. И я спросил его. If you, если бы вы, or your son, и ваш сын, had to suffer, должны были пострадать, what would hurt more? Что бы лучше было? For you to suffer, чтобы вы пострадали, or for you to see your son suffer? Или чтобы вы видели, как ваш сын страдает? Что было больнее для вас? Как сын. Самому страдать? Which one? Как сын страдает. To see how my son suffers. Exactly. Да. So he was not a coward. Поэтому он не был трусом. On the other hand, но с другой стороны, contrary, наоборот, he was willing to suffer even more. Он был готов пострадать даже больше. By watching his son suffer. Когда он видел, как страдает его сын. So God was trying to help Abraham. Поэтому Бог хотел помочь понять Аврааму, to understand, чтобы Авраам понял, how painful it will be, как больно будет, to offer his son, Богу принести жертву его сына. And as a mother, и как мать вы, you love your children, вы любите ваших детей. Да. You would understand, вы поймете поэтому, the pain that God felt, ту боль, которую чувствовал Бог. In seeing his son suffer. Видя, как страдает его сын. That's why. Вот почему. Abraham was led to experience that. Авраама Бог провел через тот опыт. To reveal. Чтобы открыть. How painful it would be. Как больно будет. For God to give his own son. Богу
отдать своего сына. Isn't that beautiful? Разве это не прекрасно? Okay. So, you understand what I'm doing? Итак, вы понимаете тактику мою? Yes or no? Да или нет? Да. Okay. All right? Хорошо. Да. Thank you. Спасибо вам. Вам спасибо. All right. Хорошо. I think it's time to quit. Мне кажется, уже время заканчивать. But learn, Господь, how to talk with people. А верните, учитесь, как общаться с людьми. Without feeling apprehensive. Apprehensive, what's that? Apprehensive. Apprehensive means that you are worried and concerned that you're going to do something wrong. А, то есть учитесь, как общаться с людьми. Ну, не переживая, что что-то не так сделаете. Develop a sense of freedom. Наберитесь смелости, чувствуйте себя свободно. In talking in a very kind, loving way. Вы обращайтесь к людям по-доброму, любезно. And asking questions. Задавайте вопросы. That would help you to know how you could serve that person. Которые помогут вам выяснить, как вы можете этому человеку послужить? That, и если вы это сделаете, вы обнаружите, что многие люди они более открыты для Евангелия, чем вы думаете. Я знаю, потому что я путешествую по всему миру. И я посещаю так называемые трудные места. I went to Indonesia. Я посетил Индонезию. And we went down to Sumatra. И мы также посетили Суматру, остров. I was training a lay person. Я обучал там одного рядового члена. His name was Norm Wrights. Его звали Норм Райтс. Norm Wrights is one of the vice president for the American ASI. Сегодня он Норм Райтс is the other person. No, the same. USA, yeah, he's a vice president for evangelism for ASI. So you taught him how to do evangelism. So I was teaching him how to do soul winning. То есть это был человек, который вице-президент, да? We went to Sumatra. В ASI, организации в Соединенных Штатах. Мы с ним вместе были на Суматре. Sumatra was Muslim. А Суматра — это мусульманский остров. Everybody was Muslim. Все там исповедуют ислам. In the morning. И утром. We would be waking up with the chants. Мы пробуждались под звуки их молитв. In the evening, вечером we were put to sleep with the chants. Мы тоже слышим их напевные молитвы. And we were the only Americans there. И там были только мы одни американцы. So we got permission. Мы получили разрешение from the government there от властей там to speak at the Muslim hall. То есть говорить в исламском собрании. So they gave us permission. Нам дали разрешение. So we prayed earnestly. Мы очень сильно молились. That God would help us to reach them. Чтобы Бог помог нам достичь их. So we preached at the Muslim hall. Мы в исламском зале проповедовали. And by God's grace. И по Божьей благодати. There were 65 baptized. Мы крестили 65 человек. And 17 were Muslims. And 17 were Muslims. 17 из них были исламистами. So 65 total. То есть всех вместе 65. And 17 were Muslims. 17 из них были мусульманами. So I've been to difficult places. То есть я посещал трудные места. The important thing is to know how to do it. Очень важно знать, как делать эту работу. And you will never learn, но вы никогда не научитесь ее делать, unless you get out away from your fears. Если вы не избавитесь от ваших страхов. Many of you, многие из вас, don't talk to other people, не обращаются к другим людям, because you're afraid. Потому что вы боитесь. Is that true? Так это или нет? Yes. Yes. But listen. Но послушайте. Did God tell you to be afraid? А Бог сказал вам, чтобы вы боялись. So who's telling you to be afraid? Поэтому кто говорит вам, чтобы вы боялись?
If it isn't God, если не Бог говорит, чтобы вы боялись, then who is it? То кто тогда нашептывает? Enemy. The question. Вопрос тогда. Who do you want to listen to? Кого вы будете слушать? Do you want to listen to God and obey Him? Вы хотите слушаться Бога и быть послушными Ему? Or do you want to listen to your fears and obey it? Или вы хотите прислушиваться к своим страхам и таким образом слушать дьявола? Which one? Кого вы хотите слушать? Would you be willing? Вы хотели бы? To say. Сказать сегодня. God. Боже. Take away my fears. Убери мой страх. And help me to find the freedom. И помоги найти свободу, to talk to others, чтобы говорить другим about your love, о твоей любви. Would you stand? Не хотели бы вы свое решение подтвердить? If you want God to give you victory, если вы хотите, чтобы Бог дал вам победу, to put your fear aside, отложить всякий страх, and to speak for the love of Christ, и говорить о любви Христа, would you stand? Кто желает такое решение принять, встаньте. Let us pray together. Давайте помолимся вместе. You know, ты знаешь, Боже, that there's so much influence in this hall, что в этом зале мы подвергаемся влиянию. And how many people could be won to you. И что многие люди могут быть приобретены для тебя. If each one here, если бы каждый из присутствующих, could be set free, мог быть освобожден, and by next year, и к следующему году when one soul, приобрел хотя бы одного, the attendance would double in this place by next year, то на следующий год два раза больше приехало бы. But God, но Боже, we want to do more than double. Мы хотим больше, чем so, удвоиться в числе. So set us free. Поэтому освободи нас. We pray it in Jesus' name. Мы молим об во имя Иисуса. Amen. Аминь. Аминь.